На токарном станке был выполнен такой орнамент. Он называется «Цветок жизни». Этот рисунок считается символическим. О нем можно почитать в книге Друнвала Мельхиседека «Древний цветок жизни». Для выполнения этого орнамента была изготовлена вот такая оправка, матрица. В ней выполнено 55 отверстий, потому что орнамент содержит 55 полных и неполных окружностей дуг. Центры отверстий на матрице являются центрами окружности орнамента. На токарном станке устанавливается специальная оправка. В центре выточен штырек, на который одевается, центрируется матрица. На эту же оправку устанавливается постоянный магнит, с помощью которого матрица удерживается на оправке. Берем заготовку из бронзы и вставляем в матрицу и закрепляем винтиками. Матрица, заготовка устанавливается на оправку центральным отверстием. В резцедержатель установлен резец. Включаем станок. Начинаем выполнять первую окружность. Первая окружность готова. Выключаем станок, матрицу снимаем и переставляем на другое отверстие. Включаем станок и выполняем второе отверстие. Вторую окружность. Итак, еще 5 раз. Получили узор из 7 окружностей. Он называется «Семя жизни». Такой вот узор. Продолжаем выполнение. Ставим матрицу на следующее отверстие. Готово. Итак, продолжаем выполнять следующие 11 окружностей. Получили узор из 19 полных окружностей. Вот они, 19 полных. Теперь надо выполнять неполные окружности. Выполняем 12 полуокружностей. Для этого опять ставим матрицу
на оправку. Подводим резец, но уже вращать заготовку будем вручную. Первая полуокружность готова, и так еще 11 раз надо выполнить. 12 полуокружностей выполнены. Теперь будем делать 6 дуг длиной 1 треть окружности. Готово. Еще надо 5 раз так сделать. 6 дуг длиной 1 треть окружности выполнено. Осталось сделать 18 дуг длиной 1 шестая часть окружности. Одна дуга готова, еще надо так 17 раз. Выполнены все 55 элементов узора, полные окружности и неполные дуги. Остается сделать 2 внешних окружности. Весь орнамент «Цветок жизни» выполнен. Все окружности выполнены. Орнамент «Цветок жизни» полностью выполнен. Все 55
полных и неполных окружностей выполнены. Остается сейчас все зачистить и заполировать.